И все притворяются, что я Крипер Про, и в этом видео я буду продолжать идти к титулу игрока. Загадка на Грея. В общем-то, как вы помните в прошлом видео, я апнул на него новый ранг мастерства Бронза 3, и в этом видео я точно апну на него Серебро 1. В общем-то, вне видео я поиграл, и апнул у него уже 22 ранг, а на аккаунте я апнул уже 20 тысяч кубков. Так, мы начинаем. Играть уже становится реально сложно. Так, уже две банки есть. Не, ну реально, в 22 ранге становится очень сложно играть. Кстати, из эпических бойцов не просто лайк там, например. Лайк это редкий, а вот лайк, например, как у Карла, мой вот этот эпический значок, у него лайк вместе с киркой. А у Розы, я посмотрел, например, сразу два лайка. В общем, это как-то по-разному. Блин, че с ультой? Ну как же так? Сейчас он выпрыгнет либо на меня, либо на Леона. Блин. Так, давайте посмотрим. Плюс 40. Это очень хорошо. А кубки прибавляются все меньше и меньше. Было плюс 5, а теперь плюс 4. Это убавляется все больше и больше. Это вообще пипец сложно уже становится. Но я как бы иду к своей цели. Я еще никогда ни на кого как бы не апал 25 ранг. И как бы я никогда не шел к титулу игрока. Не апал мастерство там, это вообще. Блин! Ай! Это вообще опасно сейчас было. Ой-ой-ой. Thank you.
Так, ну ничего, все равно плюс 40. Так, давайте посмотрю. Лучше я буду вот на это сейчас играть. Стоп, долбанный. Обычно на этой карте, в этом режиме апы. Да, как вы помните, но сейчас я начал с того, как бы. Ну, все равно на том тоже, конечно, неплохо. На таком классическом столкновении. Карта там не классическая, но вот, блин. Байрон. Ах ты. Сейчас я его. Блин. Он отхилился. Это что за читерство? Это карта с тупдогами. У меня вообще такой. Вот тупдоги. Да, кто-то есть. Меня сейчас сразу же грохнут. Надо очень аккуратно. Надо найти какой-нибудь топ-дог, хоть бы он где-то здесь появился. Ой. Отстань! Пипец, как много кубков теперь сливается. Это вообще пипец. Как говорится, 4 апну, 5 слив. Так, хорошо. Эй! А мои. А! Нет! Да блин! Это уже пипец, как сложно играть становится. Да, и не забудьте зайти в сообщество, там у меня сейчас новое голосование идет. Да, это уже новое голосование. Что уже прошло у меня? Вот это на изи просто сейчас. Ой. Он вообще обманывает, он типа уходит и потом резко, блин, повернулся. Так, хорошо. Пока что идет вообще отлично. Продолжаю тут, короче, себе кубики усилений добывать. Ой! Блин! И да, я занял первое место. Да, у меня, короче, я перезашел. И меня, оказывается, еще не убили.
вообще очень фартануло. Кстати, напишите в комментариях, ждет ли вы Хэнка. Вот я вообще его очень жду. Сейчас я коплю на Амбера, потом буду копить на Хэнка. Или на Виллу, я не знаю. Кстати, могу сразу сказать, что после Амбер я буду копить на Честера. А после Бастера, как бы, я буду... Когда уже арти будет стоить 500, как раз таки к тому времени, я уже буду копить на арти. Я вообще считаю, что в принципе все бравлеры неплохи. Неплохи, то есть. В принципе, вот особенно вот Хэнк, он такой необычный, вообще очень классный бравлер. Блин. Так. Нет. До сих пор не попало, офигеть. Теперь надо, короче, переходить туда, куда она уже стрельнула. А, все. Что, нифига себе. Вот это да. Сколько тут банок. Тут доги. Так, вот у меня больше, но он может сейчас ультануть жестко. У меня даже хп больше. Ну он сейчас вообще. Ну конечно, на Эдгара легко. Да, плюс 45, нормально. Так, осталось уже 5 бойцов. А, блин. Но хотя бы я все равно получил плюс 45. Так, осталось тут не так уж и много. Короче, осталось совсем чуть-чуть. Даже уже не верится, что совсем скоро уже будет новый ранг мастерства серебро 1. Это просто очень круто, я считаю. Амбер. Короче, сейчас челлендж. Вот эти два раза, когда типа еще всего лишь осталось два раза выиграть. И будет еще, получается, два раза по 45. Или может даже больше. Короче, челлендж. В первой попытке ни разу не проигрываю, в общем-то. Блин, нет. Так, ну все равно хорошо. И, короче, осталось последний раз выиграть. Просто, возможно, это последняя игра, скорее всего, кстати.
Напишите в комментариях, есть ли у вас хотя бы один титул игрока. Вот я очень хочу титул игрока загадка на Грея. Нифига себе, два топ-дога подряд крутится. Блин! Нет! А, нет! Блин! Это вообще печально. Да уж. Я думаю, я выиграю. Так, ну хорошо, все, сразу. Вот я первый иду, там мое все. Так, хорошо. Блин, интернет. Блин! Так, блин! Да, наконец-то! Пипец, как я долго к этому шел уже. Ну ладно, сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Крипер Пипро, и всем пока-пока.